Thank you.
третью пластинку, которая называется «Нанагон». Вот так она выглядит, ее у нас можно приобрести, там стоит столик с дисками. Мы ее выпустили в Швейцарии на швейцарском лейбле, но она потоньше, чем наш предыдущий диск, который мы выпустили на лейбле «Artbeat», потому что Швейцария – страна маленькая, денег в ней мало, поэтому пускай диски тонкие, нефти у них нету, ничего у них нету. Вот. Я с удовольствием представлю нашу группу. Олег Моряхин на баритон-саксофоне. Сергей Балашов за барабанами. Максимилиан Гроссендорфер – контрабас. Сейчас мы сыграли композицию с нашего третьего альбома, следующая будет с нашего второго альбома, который у нас также можно приобрести. Называется она «Трава». Thank you.
Спасибо. Наша новая следующая композиция. Она называется «Русалки», и она еще не записана ни на одном из альбомов. Поэтому сегодня почти что премьера с басистом. Thank you.
Thank you.
мог записать наш диск всех людей, которые участвовали в нашей краудсорсинговой кампании. Также большое спасибо Виктории Виноградовой, которая все художества нам всегда рисует. И мне кажется, она очень хорошая художница. Поэтому, если вы хотите такое иметь, у нас это можно купить. И первый, и второй, и третий. Как только два. Как? А, ужас. Ну, все равно, можно в интернете купить. И большое спасибо клубу Алексея Козлова за то, что мы можем здесь играть. Большое спасибо Максимилиану, который присоединился к нам и стал членом нашей группы. А мы пришли с играми с вами. Да, хорошо. Нет проблем. Вот, сейчас мы сыграем нашу последнюю композицию, которая называется «Си». Большое спасибо, что вы пришли. Мы очень рады были приехать и собираться.
Thank you.
Те, кто, собственно, помогли нам создать этот диск и пожертвовали деньги в ходе нашей краудфандинговой кампании, кому теперь причитается, собственно, диск, подходите ко мне.